rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all.
Mis emociones ahora mismo Эмоции, конечно, сейчас только лишь положительные, но я знал, что будет тяжелая игра. Когда мы забили первый мяч, казалось, что все складывается хорошо, что эта игра может стать прогулкой. Я же изначально знал, что игра не будет простой, потому что соперник нам противостоял очень серьезно. Но я очень рад, потому что удалось нам вытащить эту игру. И мы не победили, мы сыграли в ничью, но я счастлив, что мы проходим следующий этап. Не, честно говоря, все команды герой. Я забил последний гол, но все команды, все хорошо сыграли, поэтому все поздравляю. Ребята, все молодцы. Кайрат чем удивил? Короче, хорошая команда. Мы знаем, перед игрой у них есть хороший бразильский, хорошее качество, но хочу еще раз поздравлять все команды, потому что мы выиграли, мы вышли в финал Кубок УЕФА. Это самый тяжелый матч московского «Динамо» вот за последние, наверное, так, полтора сезона, нет? Да, точно. Это последний, это очень сложный матч для нас. Я давно не помню такой сложный матч. Ощущал поддержку трибун? Сегодня же, смотри, практически полный зал. Это хорошо. Для футболиста чувствовать, что помогает болельщикам. Это великолепно. Для футболиста это просто супер. Президент клуба Андрей Николаевич Губернский как-то мне в интервью говорил о том, что есть цель привести финал четырех в Москву. После того, как «Динамовцы» стали хозяевами элитного раунда, есть такая возможность все-таки Final Four здесь провести? Мы, вы знаете, очень хотим, у нас есть на это все возможности, и судя по сегодняшней игре, когда практически наш стадион был полный, 4500 зрителей, с огромным удовольствием, желанием болели за «Динамо», у нас прекрасная база, у нас прекрасные гостиницы, все для этого есть. Единственное маленькое «но», Россия в 2008 и 2009 году принимала Кубок Четырех, а испанцы, к сожалению, последний раз приняли в 2007 году. Конечно, все решает УЕФА, но посмотрим, какое принято они решение, о нем будет известно уже в начале декабря.